Или вот «Русал» компании Олега Дерипаски. Хоть сам он и под санкциями, но его бизнес нет, свободно торгует с Европой. Поэтому его «Русал» экспортирует фольгу в Чехию. Это россияне косметику не могут свободно провести через границу, а Дерипаска может фуры гнать туда. Тонны фольги Дерипаски никаких препятствий не встречают. Еще один, кстати, акционер этого «Русала» — Виктор Эксельберг. И он тоже не под санкциями Евросоюза. При этом поставляет алюминиевые порошки и штамповки оборонным предприятиям, тем самым, которые изготавливают российское оружие.